На самом деле, почему New Angels? Потому что иностранцам очень тяжело выговаривать не ангелы. Не ангелы! А так как мы уже, в общем-то, навострили лыжи в Швеции, для того, чтобы им было проще выговаривать, поэтому New Angels. Каждый воспринимает как хочет. Может, New новое, может, New раздетые. Для меня очень символично, что Евровидение происходит в Швеции. Начиная с песни, которая попала в наши неангельские ручки. Потому что песню для нас написал Александр Барт. Бог шведской музыки. Участник группы Army of Lovers. Все не случайно, и в этом есть знак. Я везде увидела знаки, даже когда в такси мы ехали. Потому что таксист сказал, я вез предыдущего победителя. Я не предыдущий, я будущий победитель. Знаете, просто по-человечески хочется победить и привести в Украину победу. I should have known while I was on the line. Now I accept my call, I'll be your woman. Come let the demons out, those demons off your mind. How come you're caught up in a dream? My life's bursting at the seams. Can't you see? You see, I found a place in space and time where I bring you peace of mind. Come with me, come with me. Every time you forces from the